хотим рассказать о человеке, которого все хорошо знают. Каждая мать хотела бы иметь такого сына. Любая страна гордилась бы таким гражданином. Поэтому так радостно говорить. Наш Гагарин. В 9 часов 7 минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль задрожал всем своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства. Начали расти перегрузки. Я почувствовал, как непреодолимая сила тяжести все больше и больше вдавливает меня в кресло. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. Земля сообщила. Прошло 70 секунд после старта. Я ответил: понял вас, все хорошо. А сам подумал, неужели еще только 70 секунд прошло? То утро было не только утром первого полета. Тогда все происходило впервые. Первый раз проснулся человек, чтобы лететь в космос. Врачи рассказывали, что он прекрасно спал перед стартом. Академик Королев не спал, а он спал. Потом первый автобус, оборудованный для первого космонавта, первый раз катил по степи к первому кораблю. Космонавты вспоминали, что у всех на лбу были синяки от его гермошлема. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой, можно ли мечтать о большем? Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Сейчас до старта остаются считанные минуты. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких. До скорой встречи. Внимание, минутная готовность. Минутная готовность. Залетел я, Кедр. Вас понял, минутная готовность. Занимал исходное положение, занял. Поэтому несколько задержал с ответом прием. Ключ на старт. Ключ на старт. Есть старт. Протяжка один. Есть протяжка. Продука. Ключ на заряд. Кедр. Я в заряд один. Зажигание. Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Вершилось беспримерное. Полет Гагарина открыл новую страницу истории человечества. Советский человек на советском космическом корабле стал символом не только торжества нашей науки и техники, он стал олицетворением ума и труда своей Родины.
бодрое, настроение бодрое. Иллюминатор взора наблюдает землю. Различаю складки местности, снег, лес. Как у вас дела? Прием. А на земле в вешних водах сверкало небо. То самое небо, в которое поднялся он, курсант Саратовского аэроклуба, первый раз в жизни, чтобы никогда не расставаться с ним. Его крылья окрепли на далеком северном аэродроме, где он стал настоящим летчиком. Но так далеко было еще до этого радостного слова «поехали». Никому неведомая работа требовала тщательной подготовки и необыкновенных тренировок. Гагарина двинулась к старту. В медленном движении 38-метровой машины была торжественность парада. Это и был парад. Парад металлургов и химиков, аэродинамиков и прибористов, радиотехников и электронных дел мастеров. 20 миллионов лошадиных сил сокрытый внутри этого колосса, который вобрал в себя вершинные достижения человеческой мысли. Его провожали немногие, когда он улетал в космос. Немногие знали о том, что он полетит. Мама не знала. И вдруг приходит ко мне старшего сына жена. Невестка. Говорит, мам, а чего радио не включили? И плачет. Я говорю, а что? Да, говорит, Юра. Я говорю, наверное, на самолете разбился. Она говорит, в космосе. Ой, ну тут и Зоя закричала. Ой, что ж он наделал? У него таких две малютки. Что это он наделал? Мы заплакали. А тут уже приходят соседи. Нас поздравляют. Утешает. Приходит одна девушка, ну, знакомы нам хорошо, мы с ней были вместе на курсах. И говорит, значит, Боря говорит, у тебя брат Юрий Алексеевич? Я говорю, да, Юрий Алексеевич. Он майор? Вернее, старший лейтенант. Он летчик? Да. Ты знаешь, говорит, он в космосе. Я добралась-то, Юлька. Облетев земной шар за 108 минут, он приземлился в Приволжской степи. Он торопился успокоить мир. Он хотел сказать ему, что он жив, здоров, что он вернулся и сделал то, о чем мечтали люди. Какими долгими казались всем эти минуты ожидания на Внуковском аэродроме. Помните, как он появился? Плотный, крепкий,
как зашагал по красной ковровой дорожке. И гремели оркестры, и плакала Валя от радости и счастья. И не верил отец, что все это из-за его Юрки, что такое силище людей славит его сына. Как замечательно он ехал по Москве. Не только ликование и веселье, от него шли какие-то волны жизнерадостного мироощущения. Наверное, все мы стали более гордыми в то утро за свою принадлежность к человеческому званию, к своей стране, к народу, совершившему такое грандиозное дело. Тысячи людей улыбались ему, и он улыбался всем в ответ, немного смущенный и бесконечно счастливый. Смоленский парень, сын сельского плотника, рядовой летчик, получил в тот вечер высшую награду Родины, орден Ленина и золотую звезду героя. Весь мир хотел увидеть Гагарина. Среди наших современников не было человека, которого так хорошо знали и так искренне любили. Товарищи, дорогие друзья, разрешите мне выразить глубокую, искреннюю, сердечную благодарность братскому чехословацкому народу. Хотите, дорогие товарищи, выразить сердечную благодарность вам, жителям Золотой Праги, за ту теплоту, за ту сердечность, за то внимание, с которым вы встречаете меня. Вы представьте себе, на любом материке он мог постучаться, в любую дверь войти, и везде он был первым гостем. Необыкновенно было обаяние этого человека. Он всегда оставался самим собой. И тогда, когда стоял он на самой высокой трибуне, и тогда, когда прямо в поле беседовал с болгарскими крестьянами, почему так любили его люди? Конечно, он молод, красив, у него такая улыбка. Да, это правда. Но этого мало. Просто это был родной человек для миллионов людей. Каждый находил в нем чуть-чуть себя. Он, молодой коммунист, который годился во внуки солдатам октября, олицетворял победившую революцию. Гагаринский виток, обнявший землю, сблизил людей. В его полете они увидели свое завтра. В его улыбке узнали будущее, свое и своих детей, счастливых, веселых, добрых людей.
Он был послом Советского Союза сразу в десятках стран. Он был полпредом дружбы и мира на всех континентах Земли. Непонятно, как его на все хватало. Конец его космического полета стал началом нового земного труда. Вместе с друзьями-космонавтами Юрий Гагарин становится слушателем Военно-воздушной инженерной академии. Сергей Павлович Королев говорил: «Юра – олицетворение вечной молодости русского народа. В нем счастливо сочетается природное мужество, аналитический ум, исключительное трудолюбие. Если он получит надежное образование, то мы услышим его имя среди самых громких имен советских ученых». Одновременно Гагарин ведет большую работу по подготовке звездных стартов. Рубин, я Заря-1. Вас понял. Посадку в кабину произвели. Проверки оборудования готовы. Проверку оборудования закончили. Все системы корабля работают хорошо. Когда Павел Беляев просил разрешения вручную посадить корабль, и на обдумывание оставались секунды, в блиц-совещании принимал участие и Гагарин. Он и дал команду Беляеву. 5 лет назад мне выпала большая честь совершить первый космический полет. За эти 5 лет мои друзья, соратники, товарищи, коллеги по работе в отряде космонавтов совершили свои незабываемые космические рейсы. Сейчас мы готовим новый эксперимент, исключительно важный по своей сложности и значимости. Как хватало его на все. Депутат Верховного Совета, член ЦК комсомола. Это был человек, переполненный энергией. Где бы ни был он помнил родной Гжатск. Понимал, что нет большего счастья для отца и матери, чем вот так пройти с ним по улицам. Куба, свободная территория Америки. Гагарин был президентом Советского общества дружбы с этой героической страной. Каждый человек справедливо считал, что Гагарин прославлял его и его народ. Принять его было честью для глав правительств и крупнейших политических деятелей мира. С ним беседовал Урха Кекконен. Он был гостем Джавахарлала Неру. Абдель-Наср наградил его орденом Голубого ожерелья Нила. Он был удостоен высших орденов многих стран мира. Вальтер Ульбрихт поздравил его с награждением орденом Карла Маркса. Правительство борющегося Вьетнама наградило его орденом Героя Труда. В Либерии ему вручили большую звезду Африки. Но были и другие, может быть, более скромные, но не менее дорогие награды. Рабочие Манчестера наградили его медалью профсоюза литейщиков. Людям труда был близок этот рабочий парень, трудившийся и в космосе, и на Земле. Сотни рабочих рук тянулись к нему на датских судоверфях. Шведские пожарники пригласили его в гости.
кумира мальчишек. И этих шведских. И этих из Норвегии. И, конечно, наших, советских. Он стал гражданином планеты, когда ему было 27 лет. Только 27. В Англии ему подали автомобиль с номером ЮГ-1. Юрий Гагарин 1. В его честь слагались стихи на Цейлоне. В честь звучали песни о нем, написанные в Японии. В Вене на целый квартал растянулась очередь перед книжным магазином, где Гагарин давал автографы. Взгляните, конца не видно. Сколько автографов он роздал. Он говорил, оказаться в центре внимания всего мира – это довольно-таки обременительная штука. Толпились кинозвезды, просили подписать фотографию. Он стал гостем известнейших писателей и артистов. Ну давайте откровенно. Могла у молодого парня от всего этого закружиться голова? Ведь должна была закружиться, и не закружилась. Он ясно понимал, что находится на вершине пирамиды, в основании которой лежит труд тысяч людей его страны. Еще на первой в своей жизни пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента, он сформулировал это очень четко. Если вас, семейного человека, отца двух детей, послали в космос, значит, правительство СССР и вы были уверены в том, что полет кончится благополучно. В этом вопросе я бы хотел заменить слово «послали» на слово «доверили». И я очень рад и горд тем, что мне доверили этот полет, а что все сработает и полет будет произведен успешно, в этом никто не сомневался. Ни наше правительство, ни ученые, ни инженеры, я тоже. Лично я еще хочу много летать в космос. Летать мне понравилось. Хочу слетать в Венере, Марсу, по-настоящему полетать. Привез вам самые искренние пожелания советской молодежи, всего советского народа, чтобы этот фестиваль еще больше укрепил дружбу между молодежью различных государств, чтобы этот фестиваль еще дальше отодвинул ненавистное всем людям на земле слово «война». А еще он был просто папой. Папой двух маленьких девочек. Любил своих друзей. А вот еще загадку тебе загадаете? Нет ног, а хожу, та нет, а скажу, когда обедать, когда спать, когда работу начинать. Тифель.
Правильно, Леня? Правильно. Все она знает. Давай зададим ей какую-нибудь такую загадку, чтобы она не знала. Я знаю, что вы все любите мечтать о космосе и немножко завидуете нам, особенно мальчишки. А знаете, мы вам тоже завидуем. Мы летаем в космос, но это начало. Вас ждут планеты и неизвестные миры. Вам и дальше штурмовать Вселенную. Вам, юным ленинцам, кому мы с радостью передадим в будущем эстафету. Космоса бесконечно. Люди будут жить на Марсе, ходить по Венере, улетать дальше Солнца. И каким бы коротким и близким ни казался потом полет Гагарина, он и через тысячу лет останется самым трудным и самым главным, потому что он был первым. Вспомним о нем. Жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем, нам он оставил любовь и тепло. Все он оставил живым, кроме права делать зло. Вот мы о нем говорим, и на сердце светло. Мы снова вспомним о нем, о ласковом друге своем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет провожал. Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь как бесконечная память о нем. Будут утки побед, только друга не вернем. Трещит в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем, о ласковом друге своем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет провожал.